время бесценно.
Гора подает голос. Как тебе? Нет, нет, это не важно. Ты сделал то, что нам, то, что мне не удалось. Скорее расскажи эту добрую новость Элии. Я нашел это блюдо, которое ты просил. Ты хороший человек. Ты значительно лучше, чем можно судить по твоему имени. Я у тебя в долгу. Всадник, пламя гор вновь струится. Да, оно освобождено мною и Карном. Карн? Этот сопляк? Откуда ему знать? И все же в кузнице снова горит огонь. Ты знаешь, что тебя ждет, всадник. Чтобы покончить с этим, нужно вернуть слезы. Я не мальчик на побегушках, творец. Это так. Но теперь наши судьбы переплелись. Помоги нам, и мы поможем тебе. А пока возьми вот это. Может пригодится. Мне знаком этот пистолет. Он принадлежит моему брату Раздору. Как он сюда попал? Не могу сказать. Но теперь ты можешь купить и другие вещи. Достань слезы и возвращайся ко мне. Ты сказала, что кузницу питали две вещи – пламя и слезы. Да. Пламя, чтобы пробудить землю, а слезы, чтобы успокоить ее. Все это даровал нам отец камней. Значит, одного пламени будет недостаточно. Да, нужно и то, и другое. И где мне искать слезы гор? На западе, за фьордом, в ливневом форте. Там ты и найдешь слезы. О, Валус хорошо потрудился. Мы можем похвастаться обновками.
Что привело тебя сюда? Валус сумеет это использовать. Подойдет к остальному. Умеет это использовать. Неплохо подойдет к остальному. Валус сумеет.
пытались остановить порчу, но ничего не вышло. Если тебе уже пора идти, не смею тебя задерживать. Поиски — это такое увлекательное занятие. Никогда не знаешь, что ты можешь найти. Например, вдруг ты найдешь часть доспехов, которые я потерял много лет назад. Если ты их найдешь, буду тебе очень обязан. Ты можешь что-нибудь рассказать о слезах гор? Ливневый форт находится за этой преградой. Он стал первой жертвой порчи. Мы запечатали слезы отца камней внутри, опасаясь последствий. Если я поступлю, как просит Элия, вы все узнаете. Да, и мир от этого только выиграет. Чистые, как горный ручей, или черные, как грех, слезы выведут нас из тупика. Всегда, когда я тебя вижу, ты стоишь без дела. Из древа жизни я такой же пленник этого мира, как и ты, всадник. Но кое-кому удалось выбраться до того, как древо исчезло. Например, Ультейну. Кто такой Ультейн? Всего лишь еще один творец, но с огромным молотом. Когда он сбежал, я не рискнул пойти за ним. И правильно сделал. Интересно, почему? Если бы не моя отвага и ум, ты бы еще искал котел. Иди дальше, всадник, а я немного отдохну. Love you.